вот этот, это мой любимый. Я в прошлом году ездила в Геленджик работать вожатой на лето. Так, это с конференцией еще школьной «Первый шаг в науку» называется. Я там защищалась в секции математика. Когда заселяемся в общежитие, самое главное — это не забыть все документы дома. Это фотографии, как обычно, на пропуск, потому что если не выдадут пропуск, потом не впустят вообще в общежитие, и с этим могут быть проблемы. Мы заселились просто с самого утра, были одни из первых, поэтому мы успели разобрать все вещи. Кто-то все, кто-то частично. У нас блочная система, кухня находится на этаже, душ, санузел находится в блоке, что очень удобно. Ну, самое популярное, конечно, это микроволновка, да, как правило. Ну, понятно, да. Это любой студент скажет, что самое популярное — это микроволновка. А машинки тоже стиральные есть, да, здесь? Здесь стиральная комната, да. Ну, это самое главное, потому что это делала моя мама, это делал мой папа. Это кукла. Кукла Мими. У меня мама такие куколки делает. И она сделала меня, потому что я учусь на мехмате, она рассчитывает, что я буду программистом. И этот образ писался с меня мне на день рождения. Папа мне сделал деревце, на которое я могу вешать украшения. Папа не рассчитывает. Он хочет, чтобы я была красивая. Таким образом, как бы такая вот присутствие семьи. Да, присутствие семьи, присутствие дома, это, я считаю, очень важно, потому что лишний раз напоминаю, что надо отзвониться маме, отзвониться папе, что они волнуются. Девочки учатся вместе, а я с другой специальности, вот, и у нас не всегда совпадает расписание, вот, скорее мы уже просто за столько времени научились очень уважать друг друга и личное пространство друг друга. Есть какой-то режим уборки, есть режим, когда кто встает, кто любит разговаривать по утрам, кого лучше не трогать по утрам. Если, допустим, я утром не люблю разговаривать, мне утром очень тяжело дается вставать, то девочки очень тихо и спокойно себя ведут, ну, в свою очередь, допустим, если я первая встаю, то я очень стараюсь не шуметь и дать поспать им, если у них, допустим, пары начинаются в этот день позже. За счет того, что мы уважаем друг друга, получается очень комфортно жить всем. Видно, что очень чисто, что мебель новая, очень приятно находиться уже в комнате с первого, вот прям, даже вот в общежитие заходишь, и внешний вид, и экстерьер, и интерьер, все очень радует. Ну, год в общежитии — это кайф, я вам так скажу. Ты уже сам себе предоставлен. Это тебе такой, скажем, вызов, потому что такого раньше не было. И здесь уже все зависит от тебя. И как ты покушаешь, и как ты уберешься, и какие-то другие вопросы, и бытовые, и по учебе тоже. Мебель, скажем так, стала лучше, обои, все, ну, скажем так, в общих планах ничего нового, то есть распланировка комнат, все осталось точно так же. То есть, ну, плюсы есть, да, как-то уже поприятнее и посветлее, скажем так, приятно сюда уже возвращаться. А столы? Да, столы. Ну, как бы, да, вот единственный минус, наверное, то, что столов стало меньше, то есть раньше для каждого человека, а сейчас увеличение площади, ну, занимаемой площади из-за кровати, поэтому, скажем так, только два стола, уже какой-то дискомфорт появится. Мы уже прям как маленькая семья. И когда на лето едешь домой, ты думаешь, вот, и там же мои девочки будут, и как бы это стимулирует приехать уже сюда. И это не так болезненно проходит, что ты уезжаешь из дома, поэтому здесь тебя тоже ждут твои родные люди. До свидания.